Вот продолжаем видеосъемку того, во что будет преобразовываться кинотеатр Гавана. Со вчерашнего дня тут уже этот фасад, скажем так, нагромождение конструкции больше разрушили. Крыльцо бывшего казино полностью уже разрушили. Вот. Кирпичи тут наворочены. Вот. Сейчас посмотрим, может дяденька. Так, это уборка снега едет к нам. Тут такие более, да, более тонкие демонтажные работы ведутся. Без грубого насилия все отвинчивается. 3D кинотеатр, вот снизу уже что-то отвинтили. Вот эту плоскость переднюю, видимо, ее разрушать не хотят. За основу, наверное, того, что здесь будет. Ну, сегодня морозец ощутимый, где-то 15 градусов, и снег идет. Хочется вот так вот уши опускать. Ушки мерзнут, все мерзнет. Да. Агрегат дядя запустил. Идет такое углубленное и продвинутое разрушение парадного трапа. Это вот снег, конструкция снята. Все вот это вот. Праздничные звезды там у меня на старых фотографиях, на старом видео все вот это вот есть. Так что вот, работы ведутся. Скоро будем жить в новом интерьере.